Привет всем зрителям и подписчикам канала. Сегодня у нас на момент записи 22 августа 2016 года. И для вас я продолжаю прохождение игры «Песнь глубины». На удивление, у меня сегодня есть время для того, чтобы для вас сделать запись. Ну и, собственно говоря, я ее делаю. Ну и в те дни, когда я не записывал, собственно говоря, вне записи, я поплыл где только мог, но без особых улучшений. В некоторые места, а вернее в большинство из них, попасть мне так и не суждено было, к сожалению. Вот, поэтому надо, наверное, все пособирать, а потом уже где-то под конец игры я улучшу себя так, как только смогу. А сейчас, на данный момент, я взял себе улучшение усиленный крюк. Вот магнитный этот. Усиленные энергетические ракеты. Вот. И магмовые бомбы. Во. Так, давайте еще раз сохранимся. Вот так вот. И надеюсь, у нас не будут вылеты, потому что даже когда я играл вне записи, игра поначалу тоже так вылетала, что аж капец. Но потом перестала. И в итоге я смог нормально тут все поисследовать. Ну. Да, хорошо. И да, если вы вдруг слышите изменения в моем голосе, то, ну уж извиняйте, сейчас у нас сезон аллергии только идет, а я немножко этой аллергии поддаюсь, поэтому вот голос может быть немножко не такой, как вы его привыкли слышать. Так что заранее извиняюсь, кому доставлю неудобства из-за этого. Отлично. Так, а это у нас нужно все тело собрать, и куда его нужно? Статуи нужно установить на постамент. Так, давайте искать этот постамент. Где же он? Опа-на, у нас светится какие-то картинки, если высвечиваются. Ага. Какая-то злая русалка. Или же это типа мужского пола персонаж. Своим трезубцем что-то плохое сделал. Не знаю, сами судите по этим картинкам, что они значат. Вот. А, вот постамент, как раз, который нам нужен. Угу. Хорошо. В принципе, недалеко нам нужно идти до этой самой сферы, которую нам по сюжету нужно найти. Хорошо. Так. Если что, у меня сегодня, увы, не очень много времени для записи. Где-то может быть час или полтора, но максимум два, если повезет. Поэтому я для вас одну или две серии постараюсь записать. Вот. А уже тотально этой игрой мы займемся, думаю, завтра. А сейчас, поскольку есть время, я думаю, ну, запишу для вас хотя бы одну или две серии. Дабы вы не скучали. И не ждали. А так, все ради вас, как обычно. Так. Ого, ничего себе, тяжелый хвост. Вообще еле тащится. Ладно, значит придется его только отсюда вытаскивать. Обалдеть.
Так, хвост, а как же мне тогда тебя вытащить, если ты... А, с усилением тащится. Стой, стой тут. Стой тут. Не вздумай падать. О, хвост. Блин. Жесть. Хвост не дал мне проплыть. Так. Блин. Долбаная физика. Хвост, не сползай, не сползай, прошу тебя. Ну же, давай, давай. О, отлично. Отлично, отлично. Давай. Тело. И голова. Где у нас там голова-то была? А, ну голову можно отсюда взять. Да? Так, ну что, ребят, я вас поздравляю с первым вылетом в данной серии. Вне записи, когда я еще раз собирал эту статую, поскольку действие не сохраняется автоматом. Вот, произошел еще один вылет. И вот в третий раз я успел все сделать. Все вот собрал и сохранился. Надеюсь, больше вылетать не будет. А может быть и будет. От этой игры можно ожидать... всего чего угодно, как я уже понял. Ладно, поплыли. Так, наверху у нас денежка лежит. И все. Не, ради какой-то жалкой денежки рисковать я не хочу. Если там много лежало, тогда еще ладно. А так... Я понял. Так, вот, собственно говоря, мое улучшение есть, о котором я вам рассказывал. Вот первое. Заряжаем наш крюк. И он так усиленно стреляет. Вообще-то я не туда целился. Так, теперь заряжаем наши ракеты. Ну и они начинают автоматом стрелять. Так, и магмовые бомбы. Ну, ребят, поздравляю вас с четвертым вылетом из данной игры. Я снова вернулся. В надежде на то, что я смогу все-таки пройти для вас это сюжетное задание и собрать все эти три сферы. Сюжету мне нужно вниз. Давайте еще раз отправимся наверх. Вылетит или нет? Не вылетит, но там ничего и нету. Хорошо. Здесь у нас имеется что-то полезное. О, рыбонька. Ну, здравствуй. Как от тебя избавляться, я еще так до сих пор и не понял. Я попытался девчонкой проплыть в... местах, где это можно сделать, но в некоторых моментах, где эта рыба есть, девка наша проплывает. Вот. Но не везде так прокатывает. А тут, я думаю, тоже не прокатит. Да, девка тут не проплывет. Надо как-то от этих рыб избавиться. Но пока я не знаю как. Так, понятно. Нужно быть тут девочкой. Плыть. Так, о. От ламп надо держаться подальше. Так, а тут у нас течение. Так просто нас не пропустят, да? Не, течение тут сильное. Тихо, тихо. Не надо так паниковать.
Хотя, ну куда ж ты? Я хотел с краешку там прибиться, так скажем. И переждать. Неужели нам этого не дадут сделать? Потому что по-другому, что вроде никак. Вот тут вот с краешку, давай, девчонка, вот тут, только не вздумай наверх. О, вот тут. Аккуратненько, во. И вот так вот, просто же. Чуть-чуть-чуть, только не наверх. Фух. Merin had found the first of the missing resonance orbs, but as she held it, a strange sense of remorse washed over her. Brushing the feeling aside, she carried on in search of the next orb. Странно. Так, больше во рту ничего нет полезного. Ну, вроде как. Что ж, теперь самое главное не погибнуть. Тихо. Возвращаемся обратно в подлодку и постараемся доплыть до сохранения. Фух, и результат сохранен. Теперь можно не бояться, что если выкинет, придется заново все делать. Да. Поторопился я малость. Так, ну и теперь нам нужно, получается, идти наверх, сюда. Да без проблем. Если не будет выкидывать, то доплывем только так, по-быстренькому. Так, я буду сохраняться везде, потому что это важно. Так, и вот тут у нас есть головоломка, которую нужно решить. Но, видимо, не для. Не хватает какого-то улучшения, дабы взаимодействовать с этими предметами. Ни лодкой, ни девчонкой я не могу поворачивать все эти штуки. Вот, может нужно как-то по-другому это делать, но я пока не сообразил, как. Так, ну и, собственно говоря, плывем наверх. Наверху я уже отчасти был вне записи, дабы поисследовать местность. Но ничего сюжетного я там не делал. Только всякие плюшки позабирал. Такого существенного. Блин, ну я ж успевал. Я ж в прошлый раз успел. Да офигеть, так как так-то? Ну, наконец-то. Так, ну и, собственно говоря, мне сюда нужно собрать нашу статую, чтобы пройти. Вот. И мне кажется, что это можно сделать, взяв статую снизу, там, что мы собирали. И сейчас не принести сюда. Вот, уж по-другому никак. Давайте постараемся через верх попасть сюда и позабирать все, что нам нужно. Потому что тащить части тела отсюда сюда мне не хочется. Торговец, здравствуй. Мне пока твои услуги не нужны. Так, тут я уже везде был, так что идем. Плывем наверх. Здрасте. О, наутилусы. Радуйся. До свидания. Так, никто меня
ждет. Так, и тут нас не пускают. Аллилуйя. Неужели моя теория оказалась верна? Блин, вот это эпичность. Проглядел я этот момент. И сюда нас не пускают, пока не решим мы головоломку. То есть вот так вот, да? Так, подожди, голова у нас... А, голова у нас здесь. Хорошо, голова у нас есть. Странно, почему я раньше не замечал. Хорошо, голова у нас есть. А где же тело? Хоть-то радует, что хотя бы голову тащить не надо. Подожди, а тело что это где? Здесь что ли? Так, не мешать, не искать. Но я здесь был и вроде тела никакого не находил. Если не ошибаюсь. Тут только у нас всякая плюшка лежала. Но тело... Ну, это какая-то кость. Погоди-ка, голова, хорошо, голова у нас есть. Это радует. Где же взять тело? Наверху тела нет. То есть мне получается все-таки реально нужно с самого низа что ли тащить? А нет, такого быть не может. А вот тело. Все, я его и не замечал раньше, когда здесь был. Просто поплыл сюда, плюшки всякие позабирал. И все. Ну ладно. Это радует, это реально радует. Так, тут течение постоянное, значит, нам нужно успеть здесь сделать дела. Бывает течение, не вздумай меня... Ну уже, девчуля, давай, молодец. Тихо. Донеси эту голову. Сохранились, отлично. Ну и поплыли в неизвестное нам место. Что ж, давайте сейчас весь низ поисследуем. Melodic hum emanated from the stones. She was sure she knew the song from somewhere, but couldn't quite place it. О, только не ты. Почему именно ты, Наутилус? Отдыхай, друг. Отдыхай. Так, сюда мы тоже никак не пройдем. Нам мешают вот эти вот штуки. И как от них избавляться, я тоже пока не знаю. Нужно для девчонки какое-то улучшение, потому что ни стрельба, ничего их не разбивает. Так что здесь мы улучшение пока не возьмем. Нам нужен какой-то особенный. Так, тут тоже нужно, получается, девчонкой проплыть везде. Но для начала давайте все поисследуем тут. Так, и вот, ага, активация, нам нужно как-то передвинуть вот это вот стеклышко, чтобы свет попал сюда. Но только как передвигать, я пока не въехал. У нас такой способности пока нет. Ну, наверное, мы ее здесь как-то добудем. Поэтому раз у нас таковы дела... то ничего не поделать. A chill ran through Merrin's body as she swam into the depths of an old marrow crypt. Да почему мурашки? Тут не так уж и страшно. Вроде бы как. Блин, реально, как же избавиться от этих вот штук?
Я что, получается, где-то на карте все-таки не нашел какое-то улучшение для нашей девчули? Но я тут вроде бы везде, где мог, проплыл, и все, что мог взять, вроде бы взял. Поэтому я не знаю, чего еще от меня надо-то. Куда ж тебя девчуля несет? Ты же не можешь между оставаться. Вот так вот, между. О, блин. Despite her fears, she felt an irresistible urge to go on, as if unseen hands were pulling her deeper into the crypt. Что, любопытство перешло от Лары Крофт? Блин, вот у меня язык сегодня никакой. Из-за этой аллергии, блин. Так, может быть здесь найду это улучшение. Главное, чтобы не выкинуло, потому что будет реально обидно. Так, нет. Давай, бегом сюда. Мне сюда нужно. Да. Девчуля, ну же. Закончить этот поток. Закончить, если ты бесконечный. Так, если ты бесконечный, то получается, это беда. Так, а может... Так, а ну сюда... Да, здесь я проплываю. Отлично, я так и думал. Есть. Вот так вот. О, да. Улучшение. Коралловый нож. Универсальное лезвие русалок, сделанное из раковин и коралла. Мерин found an old coral knife hidden in the deepest part of the crypt. A warmth rushed through her as she picked it up. Отлично. Иху! Ножичек. Все, вот теперь я смогу попасть во все эти места, в которые я вчера вне записи хотел попасть, но из-за вот этих вот кораллов не мог. И целую кучу улучшений из этого нельзя взять. Вот теперь я сейчас для вас сюжетно пройду. Соберу вот эти вот три штуки, которые нам нужны по сюжету. Остановлю запись. Потом уже вне записи потрачу сколько нужно времени для того, чтобы пособирать все, что смогу собрать. И уже завтра, когда у меня будет, надеюсь, время для записи, я для вас, ну, покажу итоговый результат. Согласны? Согласны. Фух! Что ж. Я вор... О, здрасте. Чё тут? Ого. Я так вспотел, что аж стол мокрым стал. Нихера себе. Ого. Вроде бы... Ну ладно. Странно. А ну-ка. With a quick swipe of the coral knife, the Colossus barnacles fell out of the way. Yeah. Теперь мы можем проплыть. Отлично. Спасибо за такое прекрасное улучшение. Я, если честно, счастлив. Но для начала я хочу взять улучшение здесь. Поэтому плывем. Сохраняемся. Это само собой. Без сохранения мы уже никуда не плаваем. О, да. Нате вам, нате. Так, и что у нас тут? Ага, опять денежка. Ну, пускай. Тоже лишней не будет. Самое главное сейчас доплыть до сохранения на всякий случай. А, кстати, с помощью этого кораллового ножа я теперь могу решать эти головоломки-то? Ну, двигать эти стеклышко. Если да, то это будет вообще тоже зашибись. А ну-ка. Извини, кораблик, я к тебе позже приплыву. А ну-ка.
коралловым ножом можно вращать экзерхал. Да! Да, твою налево, да! Фу. Воу! Отлично! О, я в экстазе. Теперь я еще головоломки смогу решить. Но уже вне записи. Так. Так, сюда мы не проплываем, да. Нам нужно все девчуля делать. То есть оставляем мы лодочку, получается, здесь. А сами плывем сюда. Потому что другого пути, я так понял, нет. Так, у нас еще есть два места секретных. Ну, если смогу попасть, то попаду. Если нет, то ну его нафиг. Не особо и хотелось. Так, течение. Тихо, тихо. Ну чё ж ты такое мощное? Наверх. Ох, как же радую, что они наконец... ломаются. Они ломаются наконец-таки. Я смог пробиться сквозь них. Так, ну девчуля, эту штуку я точно не уничтожу. Эту медузу. Хотя у меня есть нож. Эрин wondered why the resonance orb had been hidden here, amidst the gravestones of so many Marrows. Was it meant to be a warning to whoever sought it out? Я тоже задаюсь этим вопросом. Но тут пока все так тайно, что ничего не понятно. Уйди от меня. Так, ну а тут без лодки я не пройду. Так что... О, есть, ножик работает, могу убивать. Так, а как мне наверх попасть, чтобы взять улучшение? Где тут есть вход? Допустим, тут я... Понятно, тут я, короче, сделал дело. Допустим, а вот сюда мне как попасть? С какой стороны-то? Здесь я вроде бы нигде не вижу ничего. Может оттуда? Ладно. Допустим. Так, стоп, мне ж голову надо забрать. Точно. Я совсем забыл про голову. Не про свою, правда, но про голову. Ну вы поняли. Все как обычно. Так, медузка, иди ко мне. Так, ну в принципе тут ничего больше нет, поэтому... Так, хватаем нашу голову. И тащим ее, тащим, тащим. Усиленно тащим, дабы сделать то, что нужно. Так, ага. Еще тело нужно найти. Да вы издеваетесь. Тело, ты здесь? О, вообще зашибись. Ага, вот и тело. Так, и кроме тела все. Да ну хват. А, ты уже ухватила. Не заметил. Так, смотрим на карту, да. Никаких улучшений нам тут не высвечивают. Так, и голова. На место. Отлично. Ну вот как бы все. Теперь можно смело плыть обратно в нашу лодочку и... Фу. Идти навстречу приключениям на свою пятую точку. Так, дайте мне сохраниться, пожалуйста. Спасибо. А вот и второй шарик. Мэрин smiled as she spotted the second orb. She felt closer than ever to finding her father. Yet something troubled her about the orbs. Why did their very presence make her shiver?
Блин, вот почему вы вот так нагнетаете обстановку, а? И все запутано. Вот почему маленькая девочка может испытывать какое-то непонятное ощущение при этих шарах? Вот почему? Что случилось-то? Так, денежка. Ну, денежка — это всегда хорошо. И это все. Теперь единственное место, где мне осталось взять шар, это здесь. Ну и в это место попасть нам проще всего через портал. Это будет очень быстро. Так, вот теперь на... О, да. Секретка найдена. Вернее, путь к ней. Ну, все, теперь я могу покидать это место счастливым. И плыть к телепорту. Так, ребят, поздравляю вас с еще одним очередным вылетом. Но он, походу, связан с тем, что я начал какое-то действие делать. Ну и, собственно говоря, из этого вылета. Сейчас я вам покажу, что именно, если, конечно, еще раз не вылетит. Нам нужно отсюда выбраться. Но чтобы отсюда выбраться, нужно решить кое-какую головоломочку. Ну, не сложную, но совсем капельку. Так вот. Вот она. Зажмите возле источника света, если нужно отразить луч. Вот. Так, а ну. Вот так вот. Надеюсь, я успею проплыть. Угу. Все, отлично. Так, ну и, собственно говоря, тут то же самое нужно сделать. Ага. Я понял. Так. Нет, не так. А ну-ка. Наверное, нужно еще вот так вот. И вот теперь я попаду в нужный мне шарик. Я ошибся. Погоди, а как же тогда тебя нужно поворачивать? Позиция Мэри-то, это я правильно понял, что позиция Мэри. Не, ну отсюда я никак не попадаю, нужно отразить наверх. Так, чё ж ты не отражаешь так, как я хочу? Давай вот в самый низ, вот сюда вот пойду. Ну, вот сейчас не получается, потому что не так. Ну вот, сделаем снова вот так вот, как было. Сейчас по-любому должно отразить. Оно отражает совсем в другую сторону. Ну, в принципе, оно и логично. Ну, сразу наверх вот так я вряд ли смогу сделать. Что-то это все странно. Что я делаю? Так, тихо. Что я делаю не так? Я малость не понял. Так, я обычно в таких головоломках не особо туплю, но тут почему-то... Но тут же я никак не попадаю. Под правильным углом. Позиция Мэри. Я знаю, что под правильным углом. Да без разницы, под каким углом. Давай еще раз вот так вот. Но. Можно еще ниже. Давай ниже.
Тут же нигде больше нету. А, вот. Фу ты, блин. Я не заметил. Вот же еще одно стеклышко. Вот оно спряталось так. А, я думаю, да почему, что ж не так-то? Почему не получается? Вот оно, отражение-то. Аллилуйя. Ух, извиняюсь, зрители, я понимаю, что вы раньше меня заметили вот это вот, но уж извините. Сегодня у меня просто такой день. Ага, все, я понял. Вот это должно быть отражающим сюда. Вот так вот, наверное. И вот сейчас мы все сделаем как нужно, да? Да, 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 да. Все, короче. Уплываем. О, опять вы. Я от вас уплываю, вы плохие. Так, может сначала сохранюсь. Вот, а теперь мы с вами будем перемещаться. Так. Наверное, сюда. As she entered the vortex, Merin felt herself spinning around. She braced herself against the sides of the sob. But when it finally stopped spinning, she had emerged in a different part of the world. Ну да, это и есть телепорт. Так, а ну-ка. Так, сюда я смогу теперь проплыть и взять улучшение. Так, сюда могу. Странно, почему я раньше не мог его взять? Может, я просто сюда не плыл? Ну, хорошо, здесь допустим. Так. Так, а вот теперь с помощью ножика я смогу срезать это все. Нет. Видимо, надо какое-то другое улучшение. Как уничтожить вот эти вот заросли, непонятно, чтобы открыть себе сундук. Хорошо, зато хотя бы в остальные места, где я должен попасть именно благодаря этому ножику, я попаду. Без всяких проблем. Ну а сейчас нам нужно за последним третьим шариком. И дальше на этом я закончу, собственно говоря, серию. Вот. И буду уже вне записи быть там, где хотел бы быть. Логично. Так, тут заперто. Ну и не надо, пройду этим путем. Если дадут нам это сделать. Так, и куда мне нужно? Мне нужно наверх. Да я знаю, что тебе шары нужны. Тихо. Уйдите отсюда. Уйди, я сказал. Так, ну и в принципе все. Не, все равно за мной плывет, а? Так, ну и собственно говоря, вот для чего нам нужны эти бомбы. Дабы ледяные стены эти разбивать. Так, секундочку, тут нам тоже нужно какой-то. Нам нужна голова. Бегом, 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 плывем за каракатицей. Так. Ага. Вот оно как. Я понял. Так, мне кажется, что тут секретики есть. Да, тут есть секретики. Надо будет мне в них сейчас побывать, коль получится.
Так, забираю с собой голову и ставлю ее на место. Тихо, 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 не нужно меня атаковать. Да нет, не надо голову вытягивать. До свидания. Так, каракатица, я за тобой. Так, вот тут у нас есть эти штуки. Ну, что будет, если я заплыву? Ну, что-то я, короче, типа там взял всякие улучшения. Ну, не улучшения, а просто, так скажем, припризы. Так, а ну-ка, что будет, поплывя я так сюда? Так, ну, что-то полезное есть. Полезного ничего, жаль. Зря только получается делал. Бегом, 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 бегом. Ну как так-то? Реально капельку, буквально капельку. И опять все заново делать. А ну что ж такое? Мне не трудно, но обидно, что я буквально капельку не доплыл. Хорошо, ждем эту каракатицу. Так, взял. Да, не успел. Хорошо, я еще раз подожду. Так, ну и снова голову мы ложим на нужное нам место. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо, не потерять главное. Тихо, тихо, давай голова, ставься куда надо. Аллилуйя. Тихо. Все, теперь аккуратно делаем все, что нам нужно. И уплываем. Больше рисковать не будем, потому что толку от этого ноль. Давай, давай, давай. Ай-яй-яй-яй-яй. О, хорошо. Фух. Ишь ты, блин. Как выбрались-то, блин, так. Включим фонари. Тут темно. Они нам могут пригодиться. Сохранение имеется. Так, ну и собственно говоря, мы уже почти дошли до нужного нам места. Это крайне меня радует. Так, что-то еще мы тут хорошее можем для себя найти? Тут, увы, нет. Ну и не надо. Ого, две головы нам тут надо сразу, дабы открыть решеточку. Круто, тенечка. Ух ты ж ё, придется сейчас постараться. Ищем. Головы выведет оттуда. Даже вас занесло там. Мэриан может протиснуться в проходы, которые слишком малы для подлодки. Серьезно? Ну и не сюда же. А куда? Я не вижу никаких проходов. А где здесь был проход-то? Так, все, теперь я чё-то не въехал.
Нам сказали про эти проходы. Ну и... Что меня вечно заставляет думать? Не, ну думать я, конечно, люблю, но... Не люблю, когда непонятно меня заставляет думать. Может, мне сюда нужно как-то проплыть? Да нет. Что за проходы, где подлодка не пройдет? Я не вижу никаких щелей. Чё за прикол? Две головы найти нужно. Хорошо, допустим, я постараюсь это сделать. Но я не въезжаю. Что мне для этого надо? Хорошо, давайте уплывем в другое место. Что за щели, где не может подлодка пройти? Я ни одну такую не увидел. Ну вот, например. Есть щель. Ага, и голова. Я понял. Теперь я все... Вот теперь все стало на свои места. А то нам подсказку, блин, не в том месте показали. Я, блин, был в недоумении, что от нас хотят. Вот теперь мы... Становим голову. Вытаскиваем эту и тащим ее туда, куда нам надо. Тихо, тихо. Так, куда там хотели эти? А вот. Вот первая голова. Так, садимся в нашу лодочку и забираем вторую. Так, голова. Извини, но тебе пора оторваться. Фу. Ну, вот как-то так. Не слишком сложно. Все понятно и доступно. Ну что ж, третий шар у нас. Я так понял, да? А вот и он. И что будет, когда мы... А нет, это не он. Мы просто открываем себе проход, а вот и шарик. At last, Merin had found the third orb. She was ready to reactivate the deep light. And yet she was burdened by one nagging thought. These orbs were not randomly scattered. They'd been hidden. Someone had tried very hard to keep the deep light turned off. Это логично. Кто-то хотел, чтобы все было выключено. И вопрос, зачем кто-то хотел, чтобы все было выключено? Любопытно, не правда ли? Но русалка хочет, чтобы мы включили. Вот, ну у нас в принципе выбора другого нет. Нам только и остается, что включить. Фух, и наконец-таки я собрал для вас сюжет на все эти три шара. И вот теперь нам нужно вот сюда. Отлично. Но только для того, чтобы сюда попасть, если я не ошибаюсь, мне нужно научиться пробивать стеклянные преграды, вроде как. У меня такой способности вроде бы нет. Надеюсь, я смогу ее добыть, ища. На этой карте всякие улучшения для себя. Вот. Ну и, собственно. Как я и сказал, на этом я заканчиваю данную серию. Вот, где сейчас смогу, поплаваю, пособираю все, что смогу собрать. И двигаться сюда. Ну и по сюжету в целом будем уже, я думаю, завтра.
Да, тем более мое время уже подходит к концу, которое я отвел себе на запись. Поэтому сейчас я займусь этим делом, потом займусь обработкой конвертаций. Ну и вот, выложу на YouTube, и, собственно говоря, вы уже посмотрели данную серию. За что вам огромное спасибо. Ну, что ж. Никакие вылеты не сломали нас, мы сделали свое дело. А дальше делать его мы продолжим уже позже. Ну а на сегодня все. Всем пока.